В Москве, в Большом Кремлевском дворце, состоялся 6-й Всесоюзный съезд научно-технических обществ СССР. В президиуме съезда товарищи Гришин, Долгих, Рыжков, руководители министерств и ведомств, видные ученые, новаторы производства. Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Долгих, огласил приветствие Центрального комитета КПСС. С отчетным докладом выступил председатель Всесоюзного совета научно-технических обществ СССР академик Ишлинский. Докладчик отметил успехи многомиллионного отряда советских ученых, инженеров, техников, рабочих в борьбе за успешное претворение в жизнь 5-летнего плана и продовольственной программы. Делегаты съезда единодушно одобрили курс партии на укрепление трудовой дисциплины и заявили о своей готовности и впредь отдавать все свои знания и силы решению задач коммунистического строительства.